звонков просто. Столько звонков. Так. Эй, черт, подними, написал человек. Сейчас посмотрим. Это со стороны Хазбека. Либо он сам. Алло. Ассаламу алейкум. Этот я, брат Хазбек. Как? Брат Хазбека был. Очень приятно, Ахмед. И, походу, знаешь меня. Ну, наверное, может быть, брат. Да. Я вчера этот Хазбеку сказал, что вот эти поставили, он сказал, почему ты сегодня вот эти вещи поставила? Брат, я все это время молчал, все это время закрывал глаза, то что он там черт, не черт, обзывается, оскорбляет, называет балаболом все время. И когда я ему писал «удали», он это выкладывал, мои скрины. Типа «ва-ха-ха» пишет мне «удали», туда-сюда. Брат, он безнаказанность чувствует, он уже вообще на голову сел. Ты понимаешь, у меня жена, мать, родственники, все видят, как этот маленький человек, он младше меня, называет меня на общество, на публику конченым, чертом. Кем только он меня не называет, как только он меня не оскорбляет, я должен молчать, что ли? Ты думаешь, вот эту вещь не уберешь, да? Какую вещь? Которую ты поставил. Эй, смотри, брат, если мне Хазбула позвонит лично, скажет, эй, брат, я про тебя много чего сказал, не обессуй. Какая проблема удалить? Мне вообще нету проблем, если передо мной просто извиняться. Меня, брат, поливают грязью все это время. А теперь ты мне угрожаешь какими-то проблемами? Не, я тебе угрожал, да, сейчас? Ну ты мне говоришь, ты думаешь, у тебя нет проблем сейчас? Это что значит? Валюксалам. Что говорить? Что говорить? Ты передо мной не хочешь извиниться за то, что такие грязные вещи мне писал, на публику меня оскорблял? Ага. Ты что хочешь этим сказать, Хазбула? Ты не хочешь просто... Ты смотри... Связанное то, что с Хабибом, это снято 5 лет назад, это давно убитая тема. Я хайпануть не хочу, ты хочешь хайпануть, ты постоянно про меня выкладываешь. На видео то, что было с Хабибом связано, это снято 5 лет назад, это давно убитая тема. В смысле, какая разница, смотри. Хазбула, смотри, да, я снял ролик, я был молодой, мне было 15 лет, и я извинился. Мужчина должен признавать свои ошибки и извиняться, если он не прав. Я был неправ и извинился в этой ситуации. То, что сейчас закинул, я удалю. Если ты мне сейчас просто скажешь, извини то, что назвал чертом, воздуханом и сказал то, что дам леща. Как не будешь извиняться, как понять не будешь? Ты просто так на публику, на весь мир, популярный ты человек, выкладываешь меня и говоришь то, что я воздухан, черт и так далее. В исламе разве разрешено так оскорблять своих братьев? Как ты можешь просто так... Ставки рекламировал я очень давно. Я... Чего? Смотри, будучи мусульманином, ты назвал меня чертом, воздуханом, конченным человеком просто так, ни за что, без обоснований. И сейчас ты говоришь то, что ты не будешь извиняться. Я правильно тебя услышал? Все, Хазбула, хорошо. Давай, если что, на связи. А, у меня проблемы будут, да? Да. Если последний раз, то удали. Ну, проблемы. Ну, ты просто скажи мне извини. Извинись, я это никуда выкладывать, ничего не буду. Просто извини. Извини. Как
как это, как мужчины не извиняются? А, окей, окей. Я тебя услышал, Хасбула. Мужчины не извиняются, окей. Если ты извинишься, я удалю. Смотри, ты говоришь, мужчины не извиняются. А когда ты меня чертом назвал у Саида Губденского в ролике, а я тебе написал, зачем ты это сказал? Ты же мне написал, ради Аллаха, извини. А подожди, а сейчас ты прав, да? Да, я прав. Почему? Зачем? Как ты прав? В чем ты прав? Если ты не извиняешься, я не удаляю. Хорошо. Давай. Номер он тоже, кстати, мой выкладывал, светил везде. Вот его тоже. Смотри. Понимаешь? Эй, черт, подними телефон.